Около 500 членов семьи, друзей и коллег собрались в субботу в церкви Святой Марии Великой в Кембридже на церемонию прощания с известным британским астрофизиком Стивеном Хокингом. Он скончался 14 марта на 77-м году жизни. Прощание состоялось в непосредственной близости от колледжа Гонвилл и Киз, где Хокинг работал более 50 лет. В начале церемонии церковный колокол прозвонил 76 раз по количеству прожитых Хокингом лет. Аплодисментами приветствовали собравшиеся гроб с телом ученого.